В Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта подписали соглашение по созданию образовательно-производственного кластера отрасли «Железнодорожный транспорт». Ранее техникум стал одной из 79 профессиональных образовательных организаций страны, прошедших отбор на участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Сегодня в нашем техникуме происходит, я считаю, историческое событие. Мы подписываем соглашение о партнерстве в рамках создания и развития образовательно-производственного кластера по отрасли железнодорожный транспорт. В следующем году в техникуме появится 13 зон с современными тренажерными комплексами по направлениям: техническая эксплуатация тягово-подвижного состава, строительство путей и путевое хозяйство, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте, организация перевозок. Студенты смогут учиться под руководством опытных экспертов-железнодорожников. На сегодняшний момент необходимы молодые кадры для осуществления перевозочной деятельности на железной дороге. Мы ждем от данного проекта не только узкоспециализированных железнодорожных профессий, но в том числе и других профессий вспомогательных, которые необходимы в железнодорожном транспорте. Работодатели активно обсуждали с руководством техникума проект кластера. Это тот самый случай, когда работодатели и образовательные учреждения работают сообща. Этот проект про «Мы вместе». И подписанное соглашение, оно как раз-таки свидетельствует о том, что задача развития экономики и региона, и страны в целом, она общая задача. Профессионалитет – это проект, который по отраслям позволяет создавать образовательно-производственные кластеры. Таким образом, участие в федеральном проекте «Профессионалитет» открывает новые горизонты для студентов Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. Кирилл Савосин, Анатолий Расохин, Управда ТВ.